Ты что делаешь с курочкой? Ты за что ее убил? Что происходит в голове у шимпанзе? Как узнать, о чем они думают? На, сука! Гондон. Курочку бедную убил. Что? Что такое, дорогой? Птичку. Жалко. Just do it! Don't let your dreams be dreams. Ебать нахуй. Отошел, блин. Ого. Сколько зомби убитых. Это тут происходит. Здорово. Привет. Да я вот. Как твои дела? Чё, зомби отстрелил? Да я не буду тебя убивать, успокойся. Ты как тебе? Чё-то надо? Понял, а чё, микрофона нету? Понял. Я знаю, ты думаешь, я подонок и гондон. Может быть, так оно и есть, может быть, я гондон и подонок. Ну ты и гондон, конечно. Понимаю. Ой, крыса, конечно. Скупайся, блин. Сейчас тебя всю твою грязь смоем. Вонючка противная. А вижу паренька. Что это за хуйня была? На душу ебу! Бегает гаденыш. Но он лег, он по-любому не убежал. По-любому тут лежит. Стой, стрелять буду! Ну да. Как, братишка, приятно? Я с пизды получу! Мне похуй! Сюда! Что у тебя было? О-о-о-о. Блять. Пусть подумает, что меня убил. Главное, чтобы не добил. Давай, брат, вставай. Давай, я верю в тебя. Давай, 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 давай. Что здесь происходит? Тихо. Тихо. No, God, please, no! No! Блять. Быстрее, погнали. О, самый раз. Я буду первее. Ну все, я уже тут. Скажите, что никого нету. Я должен быть самый первый. Ага. Вау. Ай, блядь. Откуда? Ай-яй-яй-яй. Откуда, не понимаю, глушителя. Валиваем. Но не с горы точно. С базы, что ли? Опа, вижу, вижу, вижу. Скажи, сколько стоит твоя душа? Я приду за ней, только жди.
Ну давай. Конец тебе. А еще зомби бежит. Сюда, паренек. Здорово. Это мне? Это ты мне? Здорово. Чё, говорить умеешь? Это не с тобой я там воевал, не? Тут тоже что-то не говорил такое, а потом начал стрелять по мне. Промолчу опять в ответ. Чувства накрывают, как лавина. Опа. Война какая-то. Тяжело. Тяжело. Брат, я твоего друга убил, что ли? Да? Это твой друг был, которого я убил? Друга убил, да? Блять, я думал, что он просто ебашит тут. Я слышал выстрелы, бля. Я даже брать ничего не буду, сорян. Пиздец. Бля, я не специально. Прости. Да, это ты сорян, что я тебя тогда убил, братишка. Я не хотел, я думал, что ты его хуячишь. А, нет, я убил типа, который... Да я понял, бля, я видишь, видел, что он забегает и слышу выстрел. Думал, ты его убил, блин. Пиздец. Сорян, реально, не хотел. Понял, да, ничего страшного. Ладно, заспавнится здесь. Это не ваша база там, которая в церкви? У нас нет базы. Я понял. Мы недавно зашли на этот сервер. Если хотите, могу чуть-чуть гвоздей дать. У меня будет пара лишних, если надо. Пойдемте, поможете мне-то одно бревно донести, и я вам гвоздики дам. Да гвозди нам не нужны. А чё так? Ладно, нужны, он сказал. А, у меня вот в этом многоэтажечку. Так, ну все, тут так, ща гвоздики у меня тут лежат, ща. Так, сейчас раз пачечка и два пачечка. Держите. Это вообще кирку вам дам. О, спасибо. И закапывать сможете. Это нам, да, гвозди? Да-да-да. И проволока лишняя. О, спасибо. Будет кипиш, зови нас, мы придем поможем. Ага, и если вот надо на три циферки, лучше нету, сори. Больше лишнего ничего вроде. Спасибо большое. Да ладно, чё, мне не жалко. О, спасибо. Ой, пока, спасибо тебе тоже. Да, вам тоже, давай. Еще зовем будем, ну, недалеко где-то. В соседнем подъезде, может быть.